Вопрос. Что такое Blazor? Для чего он нужен? Ответ. Платформа Blazor предназначена для создания интерактивного веб-интерфейса на стороне клиента с использованием .NET, а это дает следующие возможности. Первое. Создание интерактивных пользовательских интерфейсов Rich UI на C#, то есть без использования JavaScript. Второе. Совместное использование бизнес-логики как для серверной, так и для клиентской стороны приложений, написанных с помощью .NET. Третье. Отображение пользовательского интерфейса в виде HTML-страницы с CSS для широкой поддержки браузеров, а также в том числе для мобильных устройств. Четвертое. Интеграция с современными платформами размещения, то есть хостинга, такие как, например, Docker.